Начинаешь вспоминать о любви, сразу улыбка на лице. Вообще это хорошее ощущение, хорошее чувство. Замечательно. У меня это произошло просто неожиданно. Я как-то шел в театр, это другой театр уже, в Свердловский театр. Шел получать зарплату, и вдруг увидел девчонку на крыльце. Красивые, безумные, каштановые волосы, кудрявые такие. Какое-то платье такое воздушное, была весна. Ну, как раз такое время года, когда это все и проснулось. И как только я ее увидел, сказал себе, все, это будет, она будет моей. И так и случилось. И так непроизвольно все это произошло, как бы стечение просто обстоятельств. Я полюбил, и все, и мы поженились. И вот живем уже 26 лет. Да, конечно, бывает все всякое в жизни-то. Говорят же, понимаешь, говорят такие вещи иногда. 7 лет, 11 лет, такой предел в любви. Какой-то кризис наступает. Если бы об этом не слышать и не думать об этом, то никогда бы этого не произошло. А поскольку об этом говорили, и вот это случалось в жизни. Да, были всякие моменты, но все равно. Как-то вот то ощущение влюбленности, которое было 26 лет назад, оно как-то осталось в душе. Я до сих пор вспоминаю, вот мне уже 52 года, а до сих пор вспоминаю это чувство трепета. Трепета влюбленности, вот первой влюбленности, когда тебя трясет, как собака. Когда не знаешь, как подойти, как руку взять. Как посмотреть, а какой-то поцелуй, боже мой, в то время было, его поцелуй, это нельзя, это же равноценно сексу просто, понимаешь, это нельзя, это недопустимо, поэтому трясло вот так вот, вот чувствами, все, мне сейчас трясти,